Ребята, хочу показать вам творчество Настюшки и показать картину, которую Настя продает. А продает потому, что ей очень нужны деньги. Вот эта картина. Сейчас. Вот это вот картина, которую она сделала и решила ее продать. Очень красивая картина. Она ее продает за 1000 рублей. Деньги ей нужны на приобретение фрезера, лампы и вытяжку для маникюра. У нас есть лампа, но она старого образца. Как Настя говорит, мама очень долго сушит. Фрезер у нас обычная ручка, как для начинающих, да? Кто начинает делать маникюр. Это покупала я еще в Украине, брала ее за 200 гривен, по-моему. Лампа 200 гривен, и, по-моему, 250 гривен я отдавала за эту ручку фрезер. Но она уже, конечно, работает не так, как должна работать эта ручка. Уже обороты уменьшились, и она отключается, заедает. И вот Настя решила продать вот эту картину за 1000 рублей. И собирает еще с зарплаты, отлаживает деньги. Зарплата у нее идет 100 рублей в день, плюс процент от выручки. Оплата у нее идет каждую неделю. В неделю она, самая меньшая, она получает 700 рублей в неделю, а самая большая у нее было 1200. У нее каждую субботу ей платят деньги за неделю. Сейчас мы перестали у нее брать деньги на семью, как раньше она давала, так как у нее цель купить себе фрезер. Вот надо еще лаком вскрыть, чтобы не отваливались камешки. Надо купить лак и вскрыть лаком вот эту картину. Вот она, коробочка с этой картиной. Если даже по почте отправлять, можно ее запечатать в эту коробочку и отправить по почте. Она покупала это за 750 рублей. Получается, 250 рублей она просто берет за работу, за то, что она ее сделала. Картина, конечно, очень хорошая, но надо деньги. Срочно нужны Насте деньги. Вот у нее вот цель. Хочет заняться маникюром, но так как у нас Украина закрыта, здесь все очень дорого. Если бы Украина была открыта, я бы ей уже, знаете, сама, наверное, купила и подарила бы все. Но привезти с Украины сейчас что-то, это вообще нереально. Вот так вот получается. Вот такая вот картина. Вот здесь нарисована. Все видно. Так что, ребята, может быть, кому-то надо. Отправка по России есть. Ну, и по Украине тоже есть, но просто по Украине будет намного дороже отправка, чем по России. Но кто желает приобрести такую картину, нам помочь, пожалуйста, пишите в комментарии, либо можете связаться со мной в Одноклассниках и купить. Мы с вами договоримся. Всего 1000 рублей. Картина готова. Я говорю, еще акриловым лаком она вскроет, Настя, и все, и можно отправлять. Сейчас что делает Настя? Купила вот себе вот такую вот картину. Картина по номерам рисует она. У меня нету самой фотокартины, что это будет, но я вижу, что будет очень-очень-очень красиво. Вот она приходит с работы и садится, этим занимается. Сейчас я покажу, что она еще делала. Вот такую вот картину Настя уже сделала. Она повесила у себя. Плюс вот еще. Но это не все картины, которые она делала алмазной вышивкой. У нее есть много еще, но у нас нет рамок. Вот все, не доходят руки купить рамки. Надо купить рамки и также сама повесить. Очень-очень интересно. Вот это, кстати, первая ее картина, которую она сделала. Это дарили ей на день рождения. Покупали, помню, еще за 500 рублей. Но вот мне нравятся вот такие вот картины, которые идут уже на холсте. Понимаете, что их акрилом обработали, и все, и повесил, и готовая картина. Так же само, вот как и эта картина. Это уже готовая картина. Сразу можно вешать. И все замечательно.
Так что, ребята, кому понравилась эта квартира, квартира, да, картина, пожалуйста, пишите, если что, договоримся и отошлем вам эту картину. Вот тут вот у Насти краски, ой, лежат, которыми она рисует. Я даже закрываю эту комнату, чтобы сюда не заходили младшие дети, чтобы, не дай бог, не открыли их, не испортили ничего, потому что ей эти краски надо, она ими рисует картину. Так что, ребята, жду ваши комментарии. Комментарии, если будут закрыты, ждите, я их постоянно открываю. И если кто-то хочет приобрести Настину картину, помочь Настюшке в приобретении фрезера, лампы, вытяжки, пожалуйста, если картина понравилась, покупайте, мы вам ее отошлем. Вот такая вот картина. Всем спасибо за внимание. Не забывайте ставить лайки. Кто не подписался, подписываемся. И всем удачи!